Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2014» стартовал в Кирове. В город съехались лучшие представители отрасли из 25 регионов страны. В неконкурсной программе свое мастерство продемонстрируют и лесорубы Белоруссии. Официальная церемония открытия прошла сегодня утром на Театральной площади. Сюда к этому времени съехались все участники турнира. Поздравить кировчан и гостей праздника приехали первые лица города и области, а также руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев. Он отметил, что события значимые для региона и очень сложные в плане подготовки, за что отдельно поблагодарил местные власти. Стоит отметить, что победитель конкурса лесорубов получит право представлять страну на международном турнире лесорубов, но уже в Швейцарии. Лес является одним из главных богатств нашего региона, и Кировская область по достоинству занимает одно из ведущих мест среди регионов России по лесозаготовке и лесопереработке. Поэтому для нас большая честь и в то же время осознанная необходимость принятия вот такого большого праздника чемпионата России среди вальщиков леса.